Телеканал КРТ представляє. Смертельне ДТП під Києвом. Загинуло подружжя та двоє їхніх малолітніх дітей. Водій «Мерседеса», 39-річний Антон Желепа, виїхав на зустрічну смугу і врізався у машину, в котрій їхала постраждала родина. У його крові виявлено 1,37 проміле алкоголю. Чоловік також був у стані наркотичного сп'яніння. Ви за жорстокіші міри проти алкоголіків, п'яних за кермом? Ну, давайте проанализируем ситуацию. Человек уничтожил семью. Вот для того, чтобы понять, надо пропустить эту ситуацию через себя. Да? Вот, допустим, это семья наших близких родственников. Допустим, это дети, которые бы сидели у вас, у меня на коленях, вчера вместе сидели за столом. И вот такое происходит. И несмотря на то, что у него это повторная ситуация, несмотря на то, что это отягощено наркотиками, максимальная санкция статьи будет 10 лет. Вот то, что пресс-офицер милиции сообщил. Ну, знаете, если так отвечать на эмоциях, так он заслуживает, чтобы его просто на органы порезали и раздали тем людям органы, которые нуждаются. Но это на эмоциях я говорю. А если не на эмоциях, то, конечно, в отношении таких нелюдей ответственность должна быть намного больше, если вот такие причиняют из-за их действий такие страдания. Пане Юрію, от цікаво, позаминулий тиждень президент відмовився підписувати закон про оце. І треба було, щоб загинула ціла сім'я, щоб сьогодні зробити ще одне позачергове засідання, щоб таки Рада проголосувала. Ну, тут вопрос действительно неоднозначный. Ключевая позиция какая? Что надо сделать, чтобы такие ситуации не повторялись? Ведь это и об этом думают все в мире. И знаете, можно на эмоциях, можно наделать, и из-за этого будет страдать большое количество людей. В Украине умирает от 9 до 11 в день. Так вот, в мире в год умирает 1 250 000 людей. И если взять вот общую статистику, там худшие страны, это там Конго, Либерия, в основном африканские страны, Украина находится на 104 месте. Чем больше цифра, тем лучше. То есть на первом месте, это там, где больше умирает, это порядка 35 человек на 100 тысяч населения. Мы находимся на 104-м. Можно сказать, что это достаточно сносная ситуация, если взять статистику, не думая, что за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. Вот Соединенные Штаты Америки находятся на 112 месте. У нас 13,6 людей на 100 тысяч погибает. В Соединенных Штатах 12,4. Мы понимаем, что там инфраструктура... А в Америке поголовно все на транспорте от 16 лет, а у нас да. Половина только. Но у нас есть очень другая ситуация страшная. У нас за последние 5 лет умерло 1500 детей из-за ДТП. И в возрасте молодежи от 15 до 20 лет на первом месте причина смертности – это именно дорожно-транспортные происшествия.